Таисия Повалий – одна из самых любимых в России украинских певиц. Красивая, талантливая, порядочная – все эти качества и дают ей право считаться суперзвездой. Она приняла участие в съемках новогоднего концерта «Песни года». За кулисами с ней встретился корреспондент Дни.ру. Новогодние праздники для артистов – горячая пора и время интенсивной работы. Но Таисия Повалий в череде корпоративных концертов не забывает о близких. Ей надо купить подарки для любимого мужа Игоря, сына Дениса, мамы и других родственников. «Шопингом я занимаюсь в родном Киеве», — рассказала певица Дни.ру. «Просто Москва такая большая, что я тут теряюсь и мало что знаю». Певица несколько лет снимает квартиру в российской столице. Прим, Ред, не знаю, куда идти, где что покупать. В Киеве все как-то привычнее. К тому же там у меня есть водитель. А тут эту функцию муж выполняет, у которого и так масса дел. Рассказала она и о подарках, которые ей делает любящий супруг. Я просто иду в магазин, откладываю понравившуюся вещь, рассказываю Игорю о выборе, а он потом платит. Это для всех удобно, потому что не надо думать, что подарить. Игорь Лихута – не только муж певицы, но еще и продюсер. Он пылинки сдувает со своей красавицы Таи, обожает ее и души в ней не чает. Но кажется, Повалий иного к себе отношения и не заслужила. Такой женщиной можно только восторгаться и посвящать ей стихи. Уходящий год был для нее очень ответственным и сложным. В Кремлевском дворце, где не выступала сольно 6 лет, Таисия Николаевна представила программу «Сердце, дом для любви». Удивительной красоты костюмы, новые и уже полюбившиеся композиции, стильные декорации, Повалий оказалась на высоте. Символично, что в концерте прозвучало несколько песен на украинском языке. Это был очень мудрый и красивый жест.